Качество и безопасность дорог. О вечной проблеме и способах ее решения говорили на брифинге в Министерстве транспорта Чувашии. Безопасные и качественные дороги. В России это словосочетание звучит как утопия. Однако это название федеральной программы с вполне конкретными задачами и финансированием. Чувашия в данную программу попала, и теперь все лето асфальт в Чебоксарской агломерации, а это Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарские и Маргаушские районы, будет дымиться от работы, отметил министр профильного ведомства. На этот год выделено всего 1 250 000 000 000 рублей, из них 625 миллионов это мы получаем из федерального бюджета, 534 миллиона дает республиканский бюджет и 91 миллион местный бюджет. Повышать безопасность дорог планируется не только за счет ремонта полотна, но и с помощью новых технических средств. Помимо ремонта капитального, в рамках этой программы в 2017 году будет произведено в городе Чебоксары обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения. Это светодиодные знаки, пешеходный переход по 31 адресу в городе Чебоксары. Для тех, кто хотел бы лично контролировать ситуацию или вносить предложение, на сайте Министерства транспорта есть специальный баннер «Безопасные и качественные дороги». Свое сообщение можно оставить, перейдя по вкладке «Общественный контроль».